спорткомплексе «Юбилейный» прошли соревнования в память известного тренера по акробатике и прыжкам на батуте Виталия Лилина. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации готовил чемпионов мирового уровня, более 40 мастеров спорта России по прыжкам на батуте, членов национальной сборной, победителей и призеров первенства мира и России. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. В Тверской области Виталия Лилина все знали как основателя прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. Мировой успех тверскому тренеру принесло золото первенства мира 2017 года в Софии. До этого никто из тверских спортсменов не поднимался на пьедестал почета планеты в этой номинации. Человека уже нет, но его дело по-прежнему живет. В прошлом году в его честь прошел муниципальный этап соревнований в дисциплинах акробатическая дорожка и двойной мини-трамп. В этом ему посвятили состязания регионального уровня. С этого года, с 24-го, и каждый год, мы надеемся, в феврале месяце мы будем проводить эти соревнования уже с областным статусом, где спортсмены смогут выполнять разряды по кандидатам мастера спорта включительно. Активное участие в подготовке к соревнованиям оказала дочь известного тренера Екатерины, которая пошла по стопам отца и тоже стала тренером. Она с детства видела, как Виталий Анатольевич предан своему делу и чуток к своим воспитанникам. Мой отец большую часть жизни отдал работе с детьми. Он учил ребят не бояться начинать с нуля и стремиться к достижению самых высоких результатов. Старался для них быть главным примером, вкладывал в них свои умения, старания и душу. Это был не просто великий тренер, но и замечательный человек. Его дело продолжает жить в его учениках, в их победах и в их достижениях. Спортсмены в возрасте от 9 до 16 лет приняли участие в региональном первенстве в дисциплинах акробатическая дорожка и двойной мини-трамп. Победителей и призеров наградили кубками, дипломами и ценными призами. Я занимаюсь с самого детства. Каждый раз, когда я занимаю какое-то место, не обязательно первое, я очень этому рад, потому что это большой труд не только меня, но и родителей, и тренера. Спорт помогает ребенку гармонично развиваться, укрепляет нервную систему, иммунитет, положительно сказывается на здоровье организма в целом. Кроме того, занятия спортом приучают ребенка к дисциплине, формируют характер, развивают силу воли, умение ставить цели и достигать их.